Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим бисквит Genoise. Это один из самых популярных бисквитов для тортов, который используется во французской кухне. Получается бисквит очень пышный, несмотря на то, что он готовится без разрыхлителя и соды. Прекрасно подойдет для любых бисквитных тортов, таких, например, как торт фрезье. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала очень аккуратно отделяем белки от желтков. Для этого я беру две емкости, одну с краями повыше, другую немного поменьше. Емкости должны быть полностью сухие и обезжиренные. Яйца желательно брать комнатной температуры. Готовится этот бисквит без разрыхлителя и соды, поэтому к следующему этапу следует подходить очень тщательно, а именно очень хорошо взбить белки до стойких пиков. Начинаем взбивать белки миксером на низких оборотах. Постепенно подсыпаем 150 грамм сахара. Увеличиваем обороты и продолжаем взбивать. Вы увидите, когда на поверхности начнет оставаться заметный след и так называемые пики на венчиках. Значит, белки достаточно взбиты. Теперь приступаем к взбиванию желтков. Желтковая масса должна побелеть и хорошо увеличиться в размерах. Подготавливаем формочку. Я установила кондитерское кольцо на диаметр 19 сантиметров. Подготовила фольгу. Фольгу я сложила вдвое и закрепила ею кондитерское кольцо, тем самым формируя дно. Можно использовать любую разъемную форму диаметром 20-22 сантиметра. И теперь постепенно добавляем во взбитые белки часть взбитых желтков и просеиваем небольшую часть муки. Муку нужно просеивать обязательно, чтобы не получилось никаких комочков, так как далее тесто мы будем замешивать обычной лопаткой. Можно замешивать силиконовой лопаткой или деревянной. Миксер нам больше для приготовления теста не понадобится. Круговыми движениями снизу вверх все время нужно перемешивать в одну сторону. Перемешиваем тесто до однородности. И опять добавляем часть желтков и часть муки. И так поступаем до конца, пока не кончится мука и желтки. В общей сложности мне понадобилось 150 грамм муки. И теперь переливаем готовое тесто в нашу формочку. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов. И отправляем запекаться бисквит на 25-30 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Бисквит у меня запекался 30 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Оставляем остывать бисквит в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Полностью остывший бисквит достаем из формы, убираем фольгу, заворачиваем его в пищевую пленку и даем отлежаться несколько часов, для того, чтобы потом нам легче было его разрезать. Посмотрите, какие красивые получаются эти бисквиты, и все это без разрыхлителя и соды. Бисквит у меня хорошо отлежался, я убираю корочку и разрезаю его на два равных коржа. Такие бисквиты получаются очень пышные, с приятной мелкой пористой структурой. Они требуют пропитки и прекрасно сочетаются с любым кремом. Пропитка и начинка могут быть самые разнообразные: фруктовые, молочные, кофейные. Благодаря этому торты, приготовленные на основе этих бисквитов, получаются с очень насыщенным и выраженным вкусом. Если видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.